Привет всем, зовут меня Дмитрий, и мы продолжаем проходить игру «Безумный Макс». Ну что, ребята, усаживаемся поудобнее, мы начинаем. Так, я здесь отметил вот это пугало, мы сейчас уничтожим и пойдем потом с трамплина прыгнем и задание вот это выполним. Надеюсь. Если у нас получится это задание выполнить. Ну, должны. Смертельная гонка. Ориентир открыли. Так, вот у нас пугало. Так, назад отъедем. Так, секунду. Или отсюда как-то можно прыгнуть? Ага. Можно там. Вот здесь можно заехать. Ну, как заехать? Запрыгнуть. Так, покинуть. Ну, давай драться. Почему сейчас это включается? Вот это. Агрессивность. Когда их мало. Так, а... Это ты откуда-то взялся? Все, погнали, погнали. Нифига. Нифига. Давайте этим попробуем. Так уничтожим. Может, так уничтожим? Ну и четвертый раз. Все, отлично. Так, где там у нас трамплин? Вот здесь находится. Погнали туда. И потом на основное задание. Как наделаю. На всякий случай вот такие мы гарпун, взрывчатку сделаем. Поставим. Вдруг на машина будет на противники ехать.
Так, а здесь что у нас? Просто дом. С водой. Да не паникуй, пока еще не попал, вот рядом. Или это не вихрь? Это дым. Так, это наверху где-то? А, вот он, вот здесь. Все. Погнали! Хм, поездили. Войн дорог, уровень 28. Ну, и на основное задание. Долг нюхать. Такой нюхачки непонятно. Нюхает, что ли? Или нет? Или парфюмера? Не-не-не-не. Туда надо ехать. Так, здесь вода текла, русло воды. Русло воды. Так, мне наверх надо. Все, на дорогу выехали. Тяжеловато ей в гору. Там противник спрятался или ДПСник. Смертельная гонка. Не, ну смертельная гонка нам... Или все-таки мы в смертельной гонке будем сейчас участвовать. There's an uneasy balance here. Let's not break it. Oh! О, сюда идет скиталец. Я Ворон, приглашаю тебя на танец. На танец машин. Погоди, я по глазам вижу, ты пришел сюда не ради гонок. Мне нужен боец для участия в галустанских гонках. Говорят, ты их всех знаешь. Достойных хвалы нетрудно похвалить, особенно меня. Но чем могу служить? Назови мне имя. Было время, были трассы. Не поверишь, сказка. Вот пример. Тот нюхачка, что обалдеет Маскина. Но шансы есть у нее на победу. Старая гвардия мимо не идет. Где она? Она в отключке, сидит на карачках. Но будь осторожны, пришите, она может буквально на раз. Так,
Долг нюхачки. А, это баба, да вот нюхачку. Которая нам нужна. Помощница. Так, секунду, надо сюда забегать. Мне нужен боец. Ну что мне сказать? Этот чудак на букву М? Ты хочешь со мной? Нет, мне нужен боец. Напарник для гастонских гонок. А, гонка? Вкус крови на губах? Твой чужой не важно. Чувствуешь себя живой, только когда повсюду смерть. Хочешь мою команду? Yeah. Да, если сделаешь кое-что для меня. Уплати мой долг, ворона, и клянусь, я брошу нюхать и стану твоим бойцом. А, наркоманка она. Наркоманка. Наколка. Вернуться к ворону. Так, здесь что-нибудь есть? Вот, лом есть. 5 лома здесь. Короче, мне подсунули наркоманку. С ней далеко не уедешь. Так, 3 лома. Три лома надо найти. Пока мы здесь. Насчет долга. Ничего себе запрос у хитруги красноносой. Можно чуть махнуть крылом и слегка стереть число. Но учти, что за работу я потреблю по счету. Скажи, что тебе нужно. Ну, дружок, расклад такой. Ты гоняешь как большой ради нынешнего дня. Покатайся для меня. Будешь попасен и кровь. Люди бабки принесут. И если дело выгорит, так и быть. Твой долг сгорит. Ладно. Ты всерьез спросить, собираешься катить по моей роскошной трассе? По моей роскошной трассе на подобной трассе? Только демон. Прокачаешь дендуля, ты придешь. Физкульт, привет. Для гонки нужно сделать машину быстрее. Да, быстрее это можно, но нужны детали. Тогда едем за ними. Так, а где детали? Установите улучшение для демона скорости в гараже. Так, шины, что нам нужно? Такой красивый, грациозный, моя прелесть. Архангель гараж доступен. Вот это рычание. Выиграй смертельную гонку на демона и скорость. Так, и что мне? Just go. I would actually appreciate some time alone. Let's bust some blacktop crust. Onto the O-ring from my humble abode. Так, трасса с бочками в войны шедевра. Уничтожайте бочки на каждой контрольной точке, добритесь до финиша первым, прежде чем вы взорвете прикрепленную днищем машину бомб. Так, нам вот это надо. Ну что, погнали? Охренеть.
Так, главное бочки не пропускать. Так, двое еще впереди осталось. Ну ёкалманы, давай-ка быстрее. Тормозишь еще. Погнали, погнали, погнали. Еще один остался. И главное, чтобы за время успеть. Давайте быстрее. Время уже все на исходе. Первое. Ну теперь за время должны успеть. Надеюсь, если мы успеем. Все, победа. Технический гонщик приз получили, ребята. Ну, продолжить. Вернуть прежние настройки для шедевра. Да. Отличный заезд. Мы выполнили условия ворона. Теперь найдем бойца, да, святой? Мы будем участвовать в гонке? Завербовать наколку. Так, обратно туда. Мы погнали обратно. Так, секунду, ребята. Верну обратно. Ну все, все вернул на машину. Теперь погнали.
долго едем. Все, приехали. И все, лежит наркоманка. Твой долг уплачен. Человек слова. Дайте девушке минуту прийти к себе. Я так долго торчала. Так, долг нюхачки. Миссия пройдена. Наколка в моем экипаже. Теперь я готов участвовать в гастанской гонке. Если все получится, скоро вождь будет моим. И отлично. Блюхарец готов выдать вам новое задание. Ну что, давайте, ребята, на этом серию закончим. Уже увидимся в следующей серии. С вами был Дмитрий. Всем пока-пока.